Всем привет! Сегодня у меня будет своя фабрика пиццы, потому что я играю в Pizza Factory Tycoon. Вот это ничейная фабрика. Там кто-то уже где-то... А, там тоже ничейная. Там уже кто-то что-то построил. Открываю я-ка свою фабрику. Пам! Что это такое? Руки бейкер, окей. Пицца-шоп! Есть! Я что-то сделал. Нет, ничего не сделал. Надо нажать... Вот, есть! Моя фабрика! Так, что мы делаем? Мне надо 150 денег, чтобы получить base cutter. То есть у меня просто квадратные пиццы? Ew. У меня... Куда я застрял? У меня квадратные пиццы здесь есть. Я могу их где-то здесь взять. И что? Что с ними сделать? И не знаю, что с ними... А, у меня мотоцикл есть, я могу их куда-то... Click pizzas to earn money. То есть мне надо по ним кликать, что ли? Пим-пим-пим. Ага, вот. О, у меня уже есть 300 баксов, то есть просто забирать надо. А доставлять их не надо никуда. Короче, вот, мои пиццы пекутся, или что там делается, основы для пицц. Я их собираю, а велик стоит просто так, мопед. И даже не могу я на нем ездить. Окей, так, короче, собираем пиццы, потому что их тут уже много. Нормально, у меня уже 600 денег. Я могу купить бейскатер. Что это значит? У меня уже должна быть порезанная пицца, что ли? Бейскатер. Оу, у меня круглая стала пицца, была квадратная, стала круглая. И, интересно, она стала дороже? А ну сейчас первую заберем. Пам. Да, она стала дороже. А сейчас, если я добавлю томат, у меня моя пицца станет еще дороже. А ну-ка. И следующая будет сыром. О, уже то круглая, то квадратная непонятно, но уже идет с томатом. И она уже стоит 75. И это 75. Пока непонятно. В чем прикол? А ну-ка, давай эту. Тоже 75 будет? Пам. А, это уже 100. Отлично. Почему-то квадратная у меня была за... 75, а это за 100. Отлично. У меня есть 700 денег, я могу добавить сыр. В мою пиццу я добавляю сыр. Вот, можно посмотреть. Получается, вот, идет тесто, обрезают его на кружок, добавляют соус, добавляют сыр. О, красотища какая. Теперь моя пицца еще дороже. Пам, пам. 125 уже денег моя пицца стоит. Следующий апгрейд за 2000. Powered Food. Туннель. Не знаю, что такое. Что-то там моторизированное. Что-то короче, какая-то крутая штука. Вот, за 200 я могу поставить стены. И моя пиццерия станет уже... Ну, пока непонятно это. Если честно. Это называется стены? Это пока совсем не стены. Это какое-то что-то смешное. Ладно. Вот я вход отдельно могу купить. И все такое. Так, что с моими пиццами? Где? Раз. О, нормально. 1000 денег есть. Для усилителя какого-то вот здесь мне надо 2000. Вот у кого-то уже что-то есть. Ну, интересно, что... У него есть клиенты! То есть я просто так беру пиццу, и деньги мне дают, а тут... А тут он продает еще и пиццу, смотри, вау. И можно кассира купить. Короче, круто, можно реально запустить полностью свою пиццерию. То есть даже будет кассир и будет обслуживание. Потому что у него там стоят люди, и никто их не обслуживает. Сейчас я соберу пиццу. Может быть, у меня будет 2000, и я смогу тогда купить вот этот пауэр непонятный. Так, еще мне надо две пиццы. Две пиццы, я смогу купить вот этот пауэр штуку. А ну, интересно, что она мне даст. Сейчас моя пицца стоит 125. И покупаем еще одну штуку. И что это есть? Я не знаю, что это значит, но... А ну, вот, где там? Где моя пицца идет? Так, ставится соус, ставится сыр и... И что-то непонятное. И реально что-то непонятное. Моя пицца хоть дороже стала, нет? Раз. По 125, как была, так и есть. То есть я что, зря потратил 2000, что ли? Ладно, идем, купим вход. А ну-ка смотрим, какой у меня будет вход крутой. Та-дам. Ну так себе. Пока что стены и вход меня не сильно впечатляют. Пока что слабенько. Так, ладно. Но сама игра прикольненькая. 600. Я могу купить за 600 что? Дорожку для при входе. А ну-ка. Та-дам. И это все, что я за 600 купил. Точно так же я смогу купить здесь пол и все остальное. А увеличить количество пиццы я не могу, чтобы я быстрее деньги зарабатывал. Нет такого тут. Есть какой-то турбофунель. Пауэрфунель, турбофунель. Но что он дает, вот я так и не понял. Все равно у меня быстрее пицца не делается. Какие-то непонятные штуки появились. И что они мне дают, не ясно. Ну, пробуем апгрейдить то, что я могу апгрейдить.
У меня есть 1500, я могу купить пол. О, вот это уже прикольно. Могу купить прилавок. О, вот это тоже интересно. Еще немного и смогу купить... Что это такое? Pizza Creation Station. Вот это, кстати, интересное. Но для начала, что у нас есть, можно тут купить? Outdoor area какая-то. О, вот это мне нравится. Такой пол неплохой. Тут можно поставить свет, стены, вывеску. И даже стулья. Здесь я тоже могу поставить столы, стулья. А вот здесь какая-то Pizza Creation Station. Вот непонятно, что за станция по созданию пиццы. Вот я хочу ее скупить. Сейчас, еще две пиццы. Чиз пицца? И что? То кастомер. А у нас есть кастомер? У нас нет кастомеров. Говорит, дай пиццу клиенту. Вот в чем прикол. Когда есть клиенты, я могу их давать пиццу им. Но пока что у меня нет клиентов, я могу Pizza Creation Station купить. А ну, что это? И где она? Купил я, какой-то Pizza Creation Station, и где он, я так и не понял. Может, я там что-то увеличилось? Пока непонятно. Так, пицца меню. Вот, вот, у меня появились пиццы. Create пицца можно сделать. Edit пицца. Короче, я так долго буду ходить с этой пиццей. Давай мы ее уберем пока. И надо ждать клиентов. Где мои клиенты? Я понял. Чтобы были клиенты, мне надо мне надо купить столы и стулья. У меня есть 1500. Покупаем столы. Есть. Давайте, клиенты, я уже готов. Я готов вам продавать свою пиццу. И пока же мы ждем клиентов. О, первые клиенты! Привет, клиент. Ты хотел пиццу? На. Как тебе дать пиццу? На. Она дала мне деньги? Thanks. Мне дали джемсы. Йоу. То есть мне не просто так, мне дают какие-то джемсы. 5-10 джемсов. Вау. А что я могу за джемсы купить? Так, джемпэк, бла-бла-бла. Пока непонятно. Вот шоп. Есть какие-то кэшпэки, джемпэки. Ничего не понимаю. А, то есть я за джемсы могу купить деньги местные, да? Так, у меня куча пиццы здесь. Я могу здесь брать пиццу, носить людям, держи. Зарабатывать джемсы пока непонятно, куда их тратить, но... Да. Джемсы. Что с вами делать, джемсы? Пицца-шоп. Что это такое? Что-то я кликнул, непонятно. Так, сюда еще раз. А, это всякие эти телепорты, что ли? Так. Есть клиенты, на клиент бери. Получай монетки. Точнее, получай пиццу, а я зарабатываю джемсы. И надо, наверное, что-то купить еще. Small меню, например. Та-да, мне не хватает денег. Мне не хватает деньги. Ладно, давай пока зарабатываем джемсы. Не знаю пока, если честно, куда я их буду девать. Но пока зарабатываем. У меня уже 50 джемсов есть. Так, что у нас с пиццей? И у меня нормально денег. 1700, а мне надо 1800. Вот могу пицца сторидж какой-то. Вау! У меня есть целый пицца сторидж. Сторидж апгрейд можно сделать. Так, он хочет пиццу или она. Кто-то там такая, неважно. Держите. Вау, они едят. А если они поедят, они оставят деньги, нет? И они джемсы дали, и все, и хватит. Так, вопрос с джемсами, вот непонятный. Джемсы. Так, я могу купить что? Кэш. Мультиплайеры. За 300. Бай. Ага. За 300 это робоксы. Так что, я только за робоксы могу покупать? Я хочу купить все за местные деньги. За всякие вот джемсы, за доллары. Так, я что-то не туда пошел. Денежки собрал. Взял пиццу. Отдал человечку. Получил джемсы. И все. Еще кто-то пришел. На. А ты, я ж тебе дал уже все. Еще хочешь пиццу? На, получи. Еще одну пиццу? А, все, ушел. Отлично. Так, у меня есть 2300. Я могу купить small меню. Где оно? А, вот, наверху. Есть пицца. Разная пицца. Но у меня пока есть только сырная. Я еще пока ничего другого не купил. Но уже мой ресторан на что-то похож. А ну-ка. Вот, было просто чисто поле. А сейчас у меня целая фабрика. Так, бегу, у меня есть клиент. Надо клиента обслужить. Так, и надо, кстати, надо нанять работника. Чтобы он работал. Так, что я могу тут? Шеф пицца.
Шеф, пицца-кликер. Я могу нанять пицца-кликера за 2500. Наверное, надо. Еще кто-то? На, держи. Так, клей пицца, если могу... я могу купить разные эти ингредиенты. Shop, Multiplier, Cashback, Jumpack, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А где эти именно ингредиенты всякие? В супермаркет я должен ходить. А что он закрытый? Эй, супермаркет, ты что меня не пускаешь? Вау, я зашел в супермаркет, и я могу что-то здесь купить. Так, что здесь есть? Пустые холодильники, но если подходить к этому дядечке, он может предложить мне пепперони. Вот, где джемсы? Я за джемсы покупаю пепперони. Где? Как купить тебя? Пепперони купить. А, 3 пепперони. Или надо было меньше, не надо было все на пепперони тратить. Ну ладно, хорошо, next page, бла-бла-бла. Закрыть. И что, купил я? Я купил пепперони. Так, и теперь profile home. Я иду в домой, да? Я хочу домой. Домой. Как попасть домой? Вот он, телепорт. Так, есть, я дома. То есть я могу уже делать пепперони, что ли? Вот, create пицца, пепперони. Оу, у меня есть пицца пепперони. Good, finish. Так, пепперони, ну и что еще ты хочешь? Пицца name, ну пепперони, ну уже непонятного. Пепперони. Ну если я продаю пепперони, что непонятно, что это пепперони? По-моему, ежу понятно. Так, окей. У меня есть 2 пиццы. У меня есть сырная и есть пепперони. Это круто. Так, давай тогда, это нам не надо. Close. Поколлектаем мою пиццу. И надо вот кликер этот купить, чтобы она сама коллектилась. Так, сырную пиццу хочет. Пожалуйста, бери сырную. Интересно, за пепперони мне больше будут джемсов давать? За сырную мне дает он... О, он еще хочет пепперони. Сколько даст за пепперони? На. 6, по-моему. Да, за пепперони больше дают. То есть я потратил деньги на пепперони, и мне за нее дают больше денег. И пепперони моя навсегда, что ли? Вот мне интересно. Ну да, это я за один раз создал, и все, у меня всегда пепперони есть. Супер. И теперь у меня больше бриллиантов, больше джемсов. Так, я могу купить кликер. Есть. Вот он мой. Кто, как тебя зовут? Shades of White. Оттенки белого. Его зовут. Он собирает мою пиццу. А денежки? Да. И у меня есть денежки. Все, я тогда могу просто людям давать пиццу. Я уже не должен следить за тем, как она готовится. Я просто сам себе делаю. Точнее, я обслуживаю клиентов. А уже этой штукой занимается мой повар. Что ты стоишь? Еще хочешь пиццу? Так, пепперони хочет. Окей. Пожалуйста, тебе пепперони, угощайся. Отлично, плюс 6 джемсов. Йоу, живем. Я тогда могу пойти купить, не знаю, что там. Кстати, у меня пепперони могут закончиться, мне кажется. Я-то накупил кучу их, но рано или поздно-то они закончатся. Или нет? Так, что ты хочешь еще? Сырную? На тебе сырную. Ну да, сыр же у меня не заканчивается никогда. Значит, и пепперони не закончится. Сырную тебе опять, да? На тебе сырную. Так, у меня есть 2500 денег. Что я могу за них купить? Я могу поставить еще столов. Или здесь. Что могу сделать за эти деньги? Поставить свет. Давай свет. А ну, outdoor lights. Ну, не знаю, стоило ли это моих денег, но у меня есть свет. Пробуем дальше. Что? Сырная и пепперони. Кто-то хочет пепперони. На тебе пепперони. А кто-то хочет сырную. У меня столько клиентов. Ты хочешь пепперони? На пепперони. На пепперони. А этот хочет сырную. На тебе сырную. Ты хочешь еще раз сырную? Вау. Короче, тут у меня клиентов завались. Так, пепперони девушка хочет. А ты тоже хочешь пепперони? Сейчас получишь тоже. У меня уже бриллиантов просто завались. У меня уже 100 бриллиантов. Так, девушка хочет еще сырную. Пожалуйста. Угощайтесь сырной пиццей. Еще одну? Не, фух. Можно пока отдохнуть. Так, что у меня? У меня 3400 денег. Я могу купить что? Давай купим здесь уже столы вот эти, чтобы были. Вау, какие крутые.
Эти просто с такими, с табуретками, а тут с диванчиками. Я всегда, когда хожу в кафе, я люблю сидеть с диванчиками. За такими столиками. Я могу купить кешьер. Да, я хочу купить кассира. Пускай кассир продает мою пиццу, чтобы я вот это вот не ходил. А у меня оставались только бриллианты. То есть 2000 мне еще надо, ну, 2600. И тогда я смогу купить кассира. Супер. Тогда вот эти все вот... Не надо было покупать столы. У меня столько клиентов нет, чтобы столы покупать. Так, что ты захочешь? Сырную пиццу. Пока пообслуживаем клиентов. Плюс 5 джемсов. Ну, а, еще одну сырную. Окей. О, я тебе не ту даю. А если я дам тебе пепперони? Не хочешь? Вот на тебе сырную. Отлично. Я дал холодную пиццу, ту, которую я носил еще час назад. Ну ничего, это ж клиенты, им какая разница. Так, пепперони хочешь? Нет, она хочет сырную. Берем сырную. На, получи. А пепперони хочешь? Не, еще одну сырную. Окей. Так, держи сырную. Пепперони дать тебе? Мне просто есть старая холодная пепперони, хочу ее кому-то отдать. Не, еще одну сырную, ладно. О, я взял еще одну пепперони. Но еще сырную есть, отлично. Поехали. У меня уже 4,5. Скоро я куплю себе кассира. Фух, вот наконец-то заживу, а то прям... Хорошо, что я купил повара. Он у меня уже собирает пиццу. Это уже круто. А сейчас куплю еще кассира. Буквально пару пицц осталось. Еще одну сырную ты хочешь? А у меня какая есть? У меня пепперони и тоже пепперони, да? Это тоже пепперони? Так. Сейчас. Так. Окей. Берем сырную. На, держи тебе сырную пиццу. Вот. Ну, давай. Сырную. Все хотят сырную. А почему у меня пепперони? Все хотят сырную. Ладно. Берем сырную. Девушка давно стоит. Давай, на тебе сырную. На тебе давай еще одну сырную. На тебе тоже получи. Еще одну сырную на тебе тоже получи. Так, все довольны? О, пепперони. Вот, у меня уже есть холодная давно остывшая. Получи. Ты хочешь сырную? Пожалуйста, тебе тоже на. Есть. Я могу купить кассира. Привет, кассир. Мне не надо теперь бегать. А ну-ка смотрим, смотрите. Дайте мне пепперони. Спасибо. Она даже не ходит никуда, а у меня джемсы зарабатываются. Прикинь, она даже не отходит. Вот, ну хотя бы сделали мультик, что она туда-сюда бегает. Ну неважно. Главное, что у меня все работает. У меня зарабатываются мои джемсы, мои пиццы пекутся. Все, я могу сосредоточиться только на создании либо новых пицц, либо вот купить фон. Я не знаю, зачем мне фон? Надо мне фон. Close. И покупаем фон. Почему я не могу купить фон? Я купил, что ли? А, у меня денег не хватало. Покупаем фон. Ну вот, у меня есть фон. А, может, может будут на заказ у меня что-то? Пока один кассир справляется, наверное, надо пойти в магазин и купить еще что-то. Грибную пиццу там, например, делать или что-то такое. Так, как туда добраться? Где супермаркет? Мне надо в телепорт. Где телепорт? Кто мне скажет? Мне надо в супермаркет. Или пешком идти туда. Давай побегаем. Так. Ну, должен быть телепорт. Я из магазина пришел сюда телепортом. Ну, ладно, пройдемся. Что это? Памятник какому-то пиццеисту? Пиццеола? Памятник оленю. Так. Я надеюсь, это супермаркет голубой? Нет. No. Это чужие дома. А как мне телепортнуться? Профайл. Папа Плей спица. Пицца шоп. Да. Короче, зря я ушел. Я вижу какие-то чужие дома. Интересно, а я могу купить его? Дом. Что здесь? Вау, я зашел в чужой дом. И что? Я вижу супермаркет. Вот не зря я зашел, только как туда выйти? Получается, надо обходить. Пройти насквозь дом нельзя, да, чтобы на задний двор выйти. Ай, ладно, походим пешочком. Идем пешочком в супермаркет. Я куплю грибочков, но я куплю разное. И создадим разную пиццу. Кто там любит? Гавайскую какую-то. Вот он телепорт. Пока я туда-сюда побегаю, у меня заработается куча денег. Что там? А Эллен Бейкер? Пришелец какой-то? Интересно. Что это такое? Buy Alien Ingredients? Не хочу Эллен. Пришельцевые пиццы не хочу. Я люблю нормальную обычную пиццу. Я люблю обычную сырную.
пепперони, так иногда можно. И сейчас посмотрим, что еще тут есть. Грибы, хэм. Хэм хочу. Сос и чикен, томатосоус не обязательно. Так, пайнэппл надо, это ананас. Потом, что может, курицу. Это будет у меня гавайская пицца. Что еще я могу купить? О, биф. О, такие дорогие есть ингредиенты. Я эти пока не могу по себе позволить. Наверное, если дороже ингредиенты, то и дороже пиццу можно продавать. Давай я чуть-чуть подожду. Я надеюсь, у меня там купится мне немножко пару пицц, чтобы я мог купить креветки. Вот что-то мне креветки манят. Прямо слюнки текут. Хочу креветки. Лук. Как-то так. Ну, почему у меня не увеличиваются бриллианты? Давай увеличивайся. Есть, 126, все, покупаю шримсы. Хотя прунс это тоже креветки, но почему-то шримс дороже. Поэтому я покупаю шримс. Все, есть. Я купил все, что хотел. Сейчас я придумываю кучу разных пицц. Пока телепорт домой. Та-дам! Итак, у меня гости. У меня кто-то тут ходит. Ты что тут ходишь? Ringing hello? Надо ответить? Эу. Надо отвечать телефон. Надо купить второго кассира. Давай. Все, у меня два кассира, чтобы отвечать на телефон. А я пока покрейтаю пиццу. Что это значит? Я могу добавить, например, курицу и ананасы. И это будет моя гавайская пицца. Хавайан. По-моему, вот так. Гавайская пицца, И мне кажется, гавайская пицца должна очень круто заходить, в том плане, что она должна дороже продаваться. Ringing hello, так ответь ты, кассир. Can I have cheese pizza delivered to house 3, please? Ага, я могу быть доставщиком пиццы. Вот. А мопед я могу использовать для этого, нет? Капец. Что за доставщик пиццы вручную? Ладно. Хорошо, поедем на Пешкарусе. Где там наш хаус 3? Ведь я должен бегать, доставлять. Так проще, когда они сами приходят и нормально все равно все платят. Нет, я должен вот это бегать. Не, больше я не буду звонки принимать. Это как-то мне не нравится. Бегать, доставлять пиццу. Я там на месте зарабатываю больше. Я вот ничего не делал, у меня уже 3500, 3600, при том, что у меня два кассира. Это круто. Так, что там у нас есть? House 3. I'm waiting for cheese pizza. Вот, получай cheese pizza. А что ты мне дашь, интересно, за это? Вот тебе cheese pizza. Не знаю, что я дал. Я заработал бэдж. Crew member. Короче, круто. Бэдж я заработал. Как мне ближе? Через телепорт, может быть, вот так зайти домой? Или бежать пешком домой? Ну, я уже иду к телепорту. Так, где наш телепорт? Вот он. Посмотрим, что у нас там творится, что я могу апгрейднуть. Так, вот у меня два кассира, они обслуживают клиентов. Это все круто. Can I have cheese pizza delivery? Да я уже ответил, все, не хочу отвечать даже, не хочу бегать, доставлять. У меня есть денежки, что я могу купить? Кассир за 7000. Либо сторож. Ну, сторож это если я придумываю другие разные пиццы, правильно? А, я же не придумал с креветками. Так, давай. Create pizza. Значит, у меня есть шримпы. А давай все вместе. Хэм и пепперони. Ха! Креветки, ветчина и колбаса. Вот такая у меня будет пицца. Называться будет она все вместе. То есть all in one. Мясо, рыба и колбаса. Отлично. All in one называется моя пицца. Вот такая крутая. Она должна быть самая дорогая. Вот мне интересно, кто купит ее? И сколько мне будут за это давать? Но это я уже не увижу, потому что кассиры все продают. Но все равно прикольно. Так. Кассир, клиенты есть. Что ты покупаешь? Пепперони. Отлично, молодец. Вот мне интересно, что заказывают люди. Вот кто будет заказывать что-то мне гавайское и all-in-one? All-in-one очень дорогая, мне обошлась прям много денег. Так, я могу что-то апгрейднуть. Вывеску, да, нужна вывеска. Как же без вывески? Во, пицца-шоп, чтобы все видели, что у меня здесь продают пиццу. Можно наконец-то стены поставить боковые. Но если они называют это стенами, то, конечно, это смешно. Стены, через которые есть проход. Это не стены, это так, один вид только.
Что здесь можно купить? Стульчики на улице. То есть у меня должно быть много-много разных пицц и кассиров, чтобы сидели на улице. Но пока что у меня и внутри немного людей. Вообще сейчас, вот, можно сказать, никого нет. Так, тут я купил растения какие-то. Вот этот вазон я купил. Оно какое-то страшное дерево. Ладно, ну, тоже прикольно. Могу купить окна. Не, не могу пока, у меня еще нет на это денег. Но у меня есть куча бриллиантов. За бриллианты я что могу? Я могу еще ингредиентов разных купить и навыдумывать еще разных-разных пицц. Кстати, вот мое меню. Чиз пицца, пепперони, гавайская, all in one. All in one, заказываю. Два человека заказывают all in one. И сколько же это мне дает бриллиантов, я так не пойму. Я надеюсь, что дает больше, чем обычно. Так, ну прикольно, то есть я создал 4 пиццы, и у меня появилось 4... А чего у меня появилось 4? Я создал 4 пиццы, и вот у меня меню из 4 пицц. А это я small меню заказал. А еще же где-то есть big меню, наверное, чтобы прям большие были. Так, гавайская, Что там, я могу купить наконец-то окна, например? Пам, да, я купил окна, вот, теперь у меня стены. Понятно, они назвали стены, это каркас вот этот. А теперь у меня есть окна. То есть каркас закрыт, все, good. Красотища. Что я еще могу купить, получается? Стульчики на улице. Ну, как-то пока что, мне кажется, некомфортно тут сидеть. Тем более, что куча есть места внутри. И могу расшириться на улицу, вот туда-назад. Back extension. То пепперони заказывают, отлично. Ну что, долго я буду зарабатывать еще на back extension? Хочу увидеть, что такое back extension. Я бы купил помощнее эту печку. А то она медленно работает, вот чтобы еще в другую какую-то, помощнее такую, чтобы прям выдавала пиццу только на ура. Дорожки какие-то, давай купим дорожки, что это такое? Ага, вот дорожки, не знаю зачем они. И турбо какой-то фунель, я этот уже обычный купил, а тут еще турбо есть. Может он ускоритель какой-то? А может действительно, я не заметил, может это тут ускоритель? Наверное, да. То есть вместо того, чтобы покупать второго кассира, мне надо было купить второй какой-то ускоритель. All in one заказывает. Сколько он даст денег? Вот непонятно. Вот я не успел засечь. Но я думаю, что оно должно быть дороже. Пепперони стало на один бриллиант дороже. All in one, я же там потратил и пепперони, и креветки, и хэм даже. И креветки, тем более, самые дорогие. Поэтому я думаю, они должны быть подороже. Так, теперь вопрос. Не, покупать back extension вот этот, или все-таки взять вот тот турбофунель какой-то. Что-то я хочу все-таки турбофунель, мне кажется, а он должен немножко доускорить мне мои денежки. А back extension пока что не нужен, потому что у меня еще вот есть даже 3 столика свободных. О, уже 4 люди ушли. Уже 4, да. Нормально, короче, пока без экстеншена побудем. 3-400 у меня почти денег. Сейчас покупаю турбофунель. Что значит фунель? Уж переведу. Воронка? Непонятно. Ладно, говорят, доставляй пиццу. Нет, доставкой я не занимаюсь, не хочу я заниматься доставкой. Я иду покупать турбофунель. Давай понаблюдаем. Вот идет пицца. Вот с такой какой-то такой скоростью, да? Ну, неплохо. А раз, покупаем турбо. Скорость стала выше, да? Да. Реально побыстрее пошло все идти. Очень круто. Получается дабл фунель. Чтобы много зарабатывать, мне не надо было вот вазоны и окна ставить. Мне надо было зарабатывать на эти турбофунели. А вот сейчас дабл фунель поставить, чтобы прям в 2 раза быстрее все шло. Так, что-то у меня клиентов нет совсем. Ну, вот реально, вот зачем тратить деньги, вот, например, back extension? Зачем мне этот extension, если у меня вот одна парочка только в кафе сидит? А что это за цифра? 2400. 2.4, что это значит? Интересно. Вот, какие-то вот непонятные цифры у меня здесь стоят. All in one, пепперони заказывают. А гавайскую заказывает кто-то или нет? Еще гавайская у меня есть. Ох, уже 3 стола занято. Неплохо. Ну еще 4 свободных, так что в принципе пока все ок. 2 кассира работают, это хорошо. Вот хочу, наверное, купить дабл фунел. Все, я понял, вот где мои денежки. Тайкун, это же зарабатывать много денег. А как зарабатывать? Надо увеличивать производство пиццы. Клиентов у меня, кстати, тоже как-то не очень много. Но тут же еще деньги зарабатываются вот тут, прямо из печки. Не знаю, кто их получает, эти деньги. Точнее, кто ест эту пиццу и кто за них платит, но есть. И вот немного людей сидят просто в кафе. А, эти же не деньги мне платят, эти мне вообще бриллиантами платят.
Зачем мне бриллиант? Ну, ничего, тоже приятно. Бриллианты тоже хорошо. Потому что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Так, сейчас я быстренько зарабатываю Double Funnel. И попрет. Ой, попрет денежки. Я там долго ждал 4 тысячи, или сколько там стоил обычный турбо. А сейчас этот Double еще попрет. Много-много денег зарабатывать буду. Так, уже почти 5 тысяч у меня есть. Есть 5, 5-100 почти. 5-200, отлично. Гавайскую люди заказывают. О, вот это молодцы. Ингредиентов у меня, я так понимаю, уже нет, да? Create pizzas. Да. А, не, у меня есть еще пепперони один, но пепперони пицца у меня уже есть, поэтому нет, смысла нет. Пэм-пэм-пэм. О, телепорт есть тут, топинг-шоп, видишь? Удалить. Что я удалил? Надеюсь, пиццу не удалил. Не, все good. Так, 6 тысяч, у меня есть 6 тысяч. Double funnel. Во! Вот оно. Вот что мне надо было делать с самого начала, когда у меня дабл производство пиццы. Просто двойной, только я не вижу, вторая часть что-то не сильно работает. Вторая часть не двигается, но пицца чаще идет, да, как мне кажется. Почему вторая часть заглючила? Посмотрите. Вот, правая часть идет, пицца производится, а в левой нету ничего. Ладно, будем надеяться, это просто глюк мультика, а на самом деле пицца идет и зарабатывает мне много-много-много денег. Мне же надо еще много всего, смотрите, мне надо quality dough base, 8000 на тесто новое, тут на extension, здесь надо поставить стульчики на улице, мне еще надо очень много денег. Сейчас я поставлю extension, а то как-то, ну действительно, заходишь ты в кафе, а тут травка растет, ну как-то, ну не солидно, мне кажется. Сейчас быстренько покупаем, смотрим, что получится. Так, 2200, сейчас еще одна пицца, и есть, 2300, покупаем экстеншн. О, вот это что-то мне уже нравится. А, туалеты, как же без туалетов, действительно. У меня, мой мопед получился в этом, в здании. Мой мопед прямо в здании, вот он торчит практически из стенки. А тут туалеты, как же без туалетов? Так, indoor sign. Я купил случайно indoor sign. А где он? А, это эти, garage и bathroom написано, да? Это вот эти надписи я купил за 500 монет. Это прикольно. Ну, туалет надо сделать, ну как же, без туалета никак. Надо же руки как минимум помыть перед тем, как есть садиться. Я только заметил, что у моих поваров, этих, у кассиров, Roblox написано на кепках. Прикольненько. Так, 1800 не надо, я покупаю туалет нормальный. Или что там, рукомойки. И посмотрим, может, будем заканчивать. Люди сидят, кушают, все довольны. Еще, правда, непонятно, зачем мне гараж, если я не могу своим мопедом работать. Вау, вот. Bathroom есть. Вот один туалет, вот второй. И даже, о, ну 5000 помыть руки. Ну, в туалет сходить 1800, а помыть руки 5000. Ну, это как-то не солидно. Я думаю, что уже мыть руки мы будем в следующей серии. И вот покупать новое тесто и все-все-все то, что тут еще осталось. Это мы продолжим в следующий раз. А сейчас вот у меня такое крутое готовое кафе. Вот, пицца-шоп. Надо было написать Papa Play Pizza Shop. Если вам понравилась моя пицца шоп, как я круто все дело апгрейднул с нуля вот до целого ресторана, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!